как следует вести себя в деловых кругах, какую одежду носить и как не ударить в грязь лицом в профессиональном обществе. Секреты и правила делового этикета стали темой очередного мастер-класса «Химки. Интересно жить». Провела встречу Татьяна Панина, за плечами которой руководство крупными коллективами, в том числе школой. Химчанка – частый гость тематических встреч по этикету, на которых она делится знаниями с горожанами. Понятно, что встречают по одежке и провожают по уму. Хотелось бы, чтобы первое впечатление, его невозможно повторить, первое впечатление, оно неизгладимо. И, соответственно, если вы хотите, чтобы оно было положительным, то лучше, конечно, соблюдать. Какой цвет в одежде предпочтителен, во сколько приходить на встречу и как готовиться к знакомству? Эти и многие другие секреты для участников встречи стали открытием. Регина Сидоркина периодически посещает мастер-классы по интересам. Например, на одном из уроков по рисованию девушка научилась писать натюрморт. Вот и сегодня химчанка уверена, полученные знания пойдут ей только на пользу. Я работаю тоже, да, и деловой стиль в общении, он очень полезен. И некоторые, подчеркнула я моменты, которые для меня буду применять в дальнейшей своей работе. Мастер-классы в Химках проходят каждый день уже год. Интерес жителей к развлекательному проекту не ослабевает. На сегодняшний день состоялось более 3000 встреч по интересам. Проект «Химки. Интересно жить», он как только набирает обороты, и вот глава городского округа, под его патронаж, можно сказать, проходит. То есть есть места, где проводить, есть возможность пригласить тех людей, кого бы вы хотели увидеть. Узнать о ближайших мастер-классах можно из газеты «Химкинские новости». Больше информации в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.